Всем привет, всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет очередная распаковка посылки. Мне пришла посылка, я заказывала с сайта. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Посылочка для моего сада. Вот она, наша посылка, друзья. Вот такая вот коробочка. Здесь у меня находятся розы. Пришли розы. Вот с сайта Липецкая долина роз. Сейчас распакую и посмотрим, друзья, в каком состоянии пришли наши с вами красоточки. Так, ну вот, друзья, наша посылочка, покажи внутри, вот в таком состоянии. Вот так вот они все розочки лежат, вот свеженькие. Так, вот это вот фарфала розочка. Я потом напишу название. Вот. Ну, я сейчас пока разматывать не буду, просто вам название скажу. Потом размотаю и все вам покажу, друзья. Так, следующая розочка у нас идет. Симпатия тоже вот так вот замотана. Так, следующая идет Мондиаль роза. Вот. Ну, я выписывала хорошие, красивые розочки. Вот, сайт проверенный, так что, друзья, все надежно. Опа, упала. Так, вот так я, наверное, их поставлю. Так, это у нас идет Джессика. Тоже вот такая вот Джессика. Так, это у нас, это Тара. Вот. Все, сейчас я их распакую. Их нужно будет замочить в фитоспорине на 30-40 минут. Потом я их посажу в ведра. И они у меня будут так зимовать, потому что в зиму я их не буду сажать. У нас суровые климатические условия. Я уже так делала, они вымерзнут. А здесь на даче им нормально будет. Само то, прохладное место хорошее. В общем, сейчас я их распакую, друзья. И все, вам покажу, какая корневая. И как и в чем я буду замачивать. Так, ну вот я фитоспорин. Ну, немножко так на глаз насыпала. Ну, где-то столовая ложка, наверное, будет. На неполное вот это вот ведро. Вот, насыпала я. Все. Сейчас будем с вами разворачивать. Первую розу. Смотрите, ее корневую. Видно хорошо. Смотрю, чтобы было корни. Да. Роза. Она зам это в опилках. Вот так вот подсохла. Но она быстро пришла, посылка. Недели две нашла мне посылочка. Вот. Я с ними списывалась через одноклассники. Вот влажная еще. То есть она не сухая. Вот видите, влажная. Давай корневую мне показывай. Сюда. Сейчас вот так вот аккуратненько. Корни. Так, вот у нее головка. Друзья, ну вот корневая. В принципе, достаточно длинная. Молоденькие отросточки такие. Вот, корешочки, все нормально. Опускаю сюда. Так, вот, сейчас следующую. Сейчас быстренько следующую еще покажу вам. Так, чтобы не затягивать ваше время. Сейчас. Выписываю первый раз. Посоветовала коллега, которая занимается розочками, и которая у них уже выписывала неоднократно. Довольна результатом. Все растет, все цветет, все красивое. Так, это я беру. Так, ну давайте эту корневую посмотрим. Ну, здесь то же самое. Корневая. Вот, пожалуйста. Корешочки, все, в принципе, нормально, хорошо. Сейчас она этой сразу в рост пойдет. Вот, пожалуйста, друзья, вот. Также опускаем. Вот корешочки.
Так, друзья, ну вот я поставила нашу розочку. Вот так вот. Сейчас я водички сюда вот этой же налью немножко. Вот. Так, и буду засыпать. Вот так вот. Так вот. Земелькой нашей. Вот вокруг. Так, сейчас вот так вот. Эту же земельку вот так вот вокруг. Вот так вот ее. Вот. Ну вот примерно вот так вот я сейчас буду садить все свои розочки, друзья. Вот как вот эту вот посадила. Ну и, конечно же, смотреть, наблюдать. Периодически поливать, если где-то что-то, или земелька просядет, немножко подсыплю. Так что все, друзья, подписываемся, пишем комментарии. Кому было интересно, ставьте лайк. Ну вот, будут теперь они у меня пока стоять до первых заморозков здесь, на улице, вдоль веранды. Буду за ними наблюдать, смотреть, как первые заморозки, уже вовнутрь веранды поставлю. И там уже до следующей зимы. Как сильные морозы будут, уже потом и в дом можно будет. В доме у нас жарко не бывает, потому что мы здесь пока не живем, но приезжаем каждый день. Вот. Так что я свои розы, которые в саду, тоже так держу, выкапываю. Они у нас не зимуют. Так что и цветут рано они, и все вам показываю. Так что будем ждать этого цветения, вот этих вот новиночек. Все.